Гомель принял первый паркур фестиваль. Удел у им приняли больше как 70 спортсменов во возрасте от 6 до 25 годов. Удельники приехали со Жлобина, Могилева и Минска. Свое представительство было и у Гомеля. Трейсеры споборничали у двух категориях – на обмежеванной трассе и у отвольной программе. А кроме того, поспробовать свои силы у проходжения трассы могли все жадающие. Мета первого фестиваля – популяризация паркура и активного виду отпочинку. Задача показать, что мы есть, чтобы она услышали как можно больше, что паркур это не что-то забытое в 2007-2010 году, а в том, что мы развиваемся, мы есть и мы тоже хотим выступать на соревнованиях. Уже, в принципе, есть ребята с Гомельской области, которые ездят и получают какие-то места, то есть, ну, к сожалению, еще не первые места, но уже в тройку призеров попадают. Дарэчы, у Беларуси паркур уваходит у пералік гимнастичных видов. И только у Гомеля детей и подлетков официально научают навыкам паркура. Кроме Минска и Гомеля, этим направлением в первую очередь для детей не занимаются больше нигде. В остальных областях с этим все очень сложно. По выниках споборництва гомельчане заняли все призовые места в категориях 6-9 годов, 10-12 и 13-15. В возрастовой группе 16+, первое место занял представник Жлобина Андрей Ляной. Другое и третье – минчане Евген Калиновский и Филипп Агеенко.